Знакомьтесь, это Spartan Ultra, топовая модель спортивных GPS-часов финской компании Suunto, которая специализируется на производстве наручных спортивных часов, дайв компьютеров, компасов и другого оборудования для активного образа жизни. Надо сразу понимать, что это серьезный девайс, рассчитанный в первую очередь на профессиональных спортсменов и серьезно настроенных любителей. Это точно не фитнес-браслет для отслеживания дневной активности и фаз сна, хотя Spartan Ultra считает количество шагов и калорий в день. Это фактически мини-лаборатория на руке, которая изначально потребует немало времени на вдумчивое изучение и настройку под себя, но поверьте, оно того стоит. Итак, что у нас есть? Внушительный размер, лаконичный дизайн, сапфировое стекло и титановый корпус. Часы поддерживают 80 видов спорта в режиме гонки и интервальной тренировки. Водонепроницаемый Spartan Ultra достигает глубины 100 метров, так что в них можно смело погружаться. Как заявляет производитель, часы не боятся ни морской, ни хлорированной воды. В часах есть барометр для контроля за перепадами атмосферного давления и альтиметр для определения высоты над уровнем моря. А соответственно, часы подходят для лыжников, путешественников, альпинистов, трейл-раннеров, так как засчитывают расстояние во время подъемов и спусков. Как все это управляется? Комбинировано. За счет трех объемных кнопок справа и довольно тугого тачскрина. К сожалению, не могу подобрать иное сравнение, так как после айфонов и прочих самсунгов придется привыкать к небольшой заторможенности экрана. Лично я за пару дней привык. Вообще решение сделать комбинированное управление вызвало кучу споров среди профессионалов, многие из которых считают, что часы для настоящих брутальных спортсменов должны быть тоже по хардкору, исключительно с кнопочками. И приводят сравнение Garmin Fenix 3, у которого целых 5 кнопок. Вопрос действительно спорный, но лично я не считаю это проблемой. На морозе я управлял часами исключительно кнопками, а в более расслабленной обстановке было проще перейти в другой пункт меню простым смахиванием, чем подолгу клацать кнопки. Лично мне не хватило яркости экрана, но я это связываю с тем, что много времени провожу за монитором с выкрученной на максимум яркостью, монтируя видео. С другой стороны, недостаточная яркость компенсируется широким углом обзора и хорошей читаемостью на солнце. Теперь переходим к самому главному, ради чего стоит покупать этот спортивный мини-комбайн. Это тренировки. Тут я заострю ваше внимание на главных моментах. Spartan Ultra не имеет встроенного пульсометра, поэтому часы необходимо приобретать с нагрудным кардиодатчиком, иначе покупка не имеет смысла. Для обработки данных, полученных часами во время тренировки, компания Suunto предлагает свою собственную экосистему MovesCount в стационарном и мобильном вариантах, которые дружат между собой. Данные можно легко конвертировать в другие профессиональные программы, но речь сейчас не об этом. Две основные фишки экосистемы MoveScout, помимо хранения и анализа данных, это работа с маршрутами и программы тренировок. В этом плане компания проделала поистине титаническую работу. Для создания тренировок компания Suunto проанализировала свыше 100 миллионов результатов тренировок, которые отслеживались с помощью часов Suunto с 2010 года. И сохранялись в MoveScout. Анализ охватывает наиболее популярные виды спорта, такие как бег, плавание, езда на велосипеде, триатлон, кросс, горный велосипед, давая в общей сложности более 1 миллиарда показателей. Например, вы можете поставить себе мотивирующую цель пробежать полумарафон через 6 месяцев с определенной скоростью. Программа на основе вашей возрастной группы и прочих физических параметров проанализирует базу данных и выдаст усредненный результат. Сколько времени в неделю тратили участники вашей возрастной группы на тренировки? Какое расстояние пробежали за весь период и с каким временем на каждом отрезке дистанции? В каких пульсовых зонах велась тренировочная работа? Это поистине бесценная информация для думающих людей, которые настроены на серьезный результат. Ну и наконец второй пункт – это использование GPS. Вы можете загружать в часы, созданные на карте, маршруты, а при помощи функции TrackBack вы можете вернуться в точку старта. Конечно, этим сейчас никого не удивить. Но программа MoveScout имеет режим Heatmap, в котором отображаются маршруты пользователей Suunto по всему миру. Их, как выяснилось, немало. Поверх этих маршрутов можно создавать свои и также загружать часы. Потеряться в незнакомом городе стало, увы, еще сложнее. Помимо традиционного расстояния, скорости, темпа и пульсовых зон, благодаря связке Spartan Ultra и кардиодатчика вы дополнительно получаете такие важные параметры, как частоту дыхания во время тренировки, каденс, то есть частоту шагов в минуту, показатель максимального потребления кислорода VO2, который рассчитывается по специальной формуле, показатель Peak Training Effect, который отражает влияние тренировки на максимальную аэробную производительность, а также время, необходимое на восстановление организма после тренировки. Ну, на этом у меня все. Надеюсь, вам понравился мой короткий обзор спортивных часов Spartan Ultra от компании Suunto. Всем пока!